и, собственно говоря, фактически мертвый смеситель, с которого течет гусак. И с одного крана течет, и с другого. Да тут их нужно подвязывать. Скажите, пожалуйста, вы уже вошли в рабочий ритм, нормально себя чувствуете? Ну, можно сказать, никак. Последняя проба того, что я пробовал на этой стенке, взявшись за это дело. Что вы готовы создавать и продвигать свои новые проекты. И вообще, кстати, креативить по поводу этих новых проектов. Вот такой вот пациент у нас, это перфоратор Makita по HR-2450. Произведен он как по шильдику. Плохо, а теперь его проверим на жизнеспособность. Дина. Что убрем? Давай мы ты первый. Спанч бабка. Ну что, открываем? Ага. Будет как гараж. Я не хочу вот. Поэтому я вот так открыл. Спанч Боб. Тут 6 машинок разных цветов. Красный, синий, оранжевый. И все Спанч Боб. Смотри, я новую машину купил. Смотри, какая мощная машина. Озеро. Вот она. И уходит вон туда, озеро. День этим семенам 12 дней. Как видно, чувствуют они себя очень хорошо в этой конструкции. Очень дружные всходы. Это у меня сорт называется Fire Chief. Мы починим хозяйственный тазик, в котором имеются, как вы видите, большие трещины. Снимаем. Подмора достаточно много.
Обязательно нужно весь подмост убрать. В нем может быть находиться источники болезни. Что вы, конечно, его сами убрали бы. Надо было ее плотненько насадить. Вот он шлифовал их таким образом. Преимущество явно видно, ну, такого способа, что бусина полностью открыта, ее можно сразу за одну установку полностью вышлифовать. Здравствуйте, уважаемые мастера! В прошлом видео показал вам самодельный прижим тяжный. Я сказал, делал его для приспособления, чтобы делать заусовку на шкатулках. Настя, она очень уловистая и чувствительная. То есть сам монтаж я делаю на плетеночке. Сам монтаж где-то сантиметров 40-45 приблизительно. На самом краю я вяжу вертлюжок с застежкой. Решил к празднику купить баночку недорогой икры. Это икра трески стерилизованная.